Я сейчас идти. Так. Ребята, всем привет, приветики. Доброе утро, прекрасно всем. Настроенница Мариночка первая сегодня у нас только зашла. Молодечка. Ты что, нас караулила? Так, сейчас, секунду. Надо мне время настроить. Ребята, у нас вчера свет выключили вечером. Или какой вечером? Когда мы приехали? Ну, наверное, в общем, мы приехали, свет выключили, всю ночь у нас не было. Вот только сейчас включили, полчаса назад. Так, 26 минут, 9:26. 26. 9. Сейчас мы иду. Сейчас, ребятки, пока на цветочке любуйтесь, Катя зовет. Я счастливчик, потому что у меня большая семья. Вы блесны, а манила. Я, ребят, новую песню придумал. Это Марина, больше меня не звала. Я счастливчик, потому что полдеревни ненавидит меня. Всем привет, приветики. Сейчас, ребят, сейчас и Катя еще соберется. И будем вместе сидеть в эфире. У нас каждый день отключают. Вот сейчас опять нет света. Ливень, четвертый день. О, Людмилочка, да, у вас там вообще... А генератор? Мы с Катей задумали тоже взять. Я говорю, надо раз розетку, чтобы компьютер, а то ночью-то она же не спит. Что делать, с ума сходит? Я вот телефон ей включил на этой треноге. Она лежала, глядела, не углядела. А когда уже спать мы собрались, я уже... Так кричал уже. Она мне за час 10 раз, 15, наверное, повернет туда-сюда. Я, в общем, не стал потом спать, нафиг. В общем, надо что-то додумать. Привет, приветики. Мы раньше у друга брали. Возьмем, включу и компьютер. Чудненько. Так, всем привет, приветики. Лёхе привет, Людмилочка. Передай, пожалуйста, от нас обязательно. Угу. Чё, сейчас какая-то полоска опять. Это Али, я ошибаюсь? Нет, полоска. А я счастливчик, потому что у меня баша... Начинаем копить на генератор. Не то слово. Это. Мы вчера с Катей уже, наверное, сколько времени-то было? 10, да? 10 вечера, наверное. Зарядка 4% телефона. А надо было на связи. Друзья с Владимира поехали за коляской в Иваново, чтобы ее забрать. Никто это. Авито, Дздеки, Мэки не берутся вообще. Говорит, большой вес. Я говорю, как так? Дздек, Катя, КамАЗ отправляет. Он они. И, в общем, никак не купил. Ага, и вот вчера друг с Иваном ездил во Владимир, забрал коляску оттуда, уже ночью мы ездили в Аксену к Сюзанке, заряжали телефон, ждали там, ага, ну все, слава богу. Доброе утро, доброе утро. Привет, дорогушечки, доброе утро, хорошего дня. Привет, приветики, спасибочки. Сейчас, ребят, на дому соберу. Потому что у меня пошарит, потому что Катя любит меня. Вот такие румяна. Ой, потягушки. Ты что, проснулся? Да? Что, будем с тобой сегодня или дома будем? Не знаю, но все тебе беседа. А я с чего потому что у меня... Медицина. Я
У нас дома погода такая, хоть отопление включай. Али свитер одевай. Для меня. Холодно, что ли? Вот я тебе что, сахарный, что ли? Ты думаешь, что я толстый, что у меня тепло? Да, ага. Я счастливчик. Так, что тут надо? Умыться надо тебе? Да. Так. Вон, полотенце вон. Я вот нашел с бабочками тебе. Да. Все, как ты любишь. Сейчас, ребятки, мы умоемся. Малыша каша чуть не убежала. Как это? Ты ему что, кашу отдельно нашел? Нет, варю вон ножки. Там суп остался, хлеб старый покидал. А нам кашу буду варить рисовую. Будешь рисовую? Да. Я люблю рисовую кашу. Я вообще люблю, когда она останется на следующий день. Рисовая каша уже густенькая такая. Я ее в сковородку, много масла растительного заливаю. Солю и жарю до корочек. Вот почему-то я так люблю. Хорошо. Так, зубы мы уже почистили, да, вчера? Хватит. А есть такие люди, кто зубы вообще не чистит? Отзовитесь. Правду говорите. Я счастлив тебе, потому что Россия, родина моя. А я счастлив тебе. Кофточка такая. Что, давай платочек накину. Ну, давай. Слушай, подышать надо. Давай, ты давай. Уже кофту зимнюю собрал, свитер. На новые резиночки. Свитер с оленем, что ли? Резиночки, да. На новые резиночки. Маленькие, клевенькие. А я счастлив тебе. Доброе утро, да. Костя и Катюшка. Здрасте. Ребят, сегодня у нас распаковочка будет. Ага. Очень приятная. Мы вчера встречались с подписчицей из Германии. Она приезжала. Ох, какая хорошая девочка. Вообще. Ага. Приветики ей передавай. А что делать? Губы. Ой, бог ты мой. Губы забыл на карте. Пойду за новой помадой. Подухарить сразу не забыть. На. А кто спрашивал вчера, какой аромат-то купили? Купили. Блуя. Конечно. У Катеньки-то много, а Костеньки-то нет нифига. Ага. Я счастлив тебе. Хейтеры, на халяву мы там набрызгались. По 2500 пшикались. Ага. Как они любят это обсудить-то. Ага. Ругали, что на халяву брызгали. Ага, как же ты, что? Сразу же это заметил. Вышел. Вот теперь у меня одеколон в рот попал. Вчера тебе попал на губы, Катя говорит, тебя помню, смогла купила. Так. Я счастливчик. Костя, вчера эти полосочки там брызгают, дают мне нюхать. И прям мне по губам этой полосочкой. И духи мне на это, на губы попали. И как пьяница. Давайте наверх прическу сделаем. Давай, давай. Чтобы уж красивее. А то одно и то же, одно и то же. Что-то... Ну давай, давай. Ты что ищешь? Маленькую резиночку. Они там на этой должны обернуть. Тут у нас вон, может, закупились. Давай, давай. Я счастлив тебе, потому что у меня большая семья. Я счастлив тебе. О, Россия, ненавидит меня. Хейтер ненавидит. Не надо так петь. Да пофиг. Это как ее. Что еще сказать?
В общем, да, свет у нас вчера отключили, это был караул какой-то. Блин, вот что без света, да? Она вообще, Катя хоть в компьютере сидит, отдыхает, у меня есть время поспать. А тут фиг. Я счастливчик. Вчера этот рулет я пробовал, ребята. Че вкусный. Просто караул. Как думаете, чего я все время улыбаюсь? Сам я делал рулетики сильно. Мне волосы. Да не шибко эти сильно. Зато у меня новые резиночки. Какой, какая красота. Татушки, та-та-та. Ага. Хоп. Открывай, накрывай. Накрывать? А, да, извините. Подсветка. Возраст. Не учел. Ничего. Так, все. Так, еще начинаем заново. Со всеми здоров. Всем привет. Хорошего дня, прекрасного настроения. Любимки, с добрым утром. Привет, приветики, золотушечки, приветики. Утро доброе, как спали. Так, туда-сюда, блин, вообще караул. Хорошо. Вадим там вижу. Привет тебе. Доброе утро, Костя, Катюш, прекрасного дня, хорошего настроения. Всем привет из Сочи. Привет, привет, Ниночка, привет, золотая. Ну, рассказывай, ты смотрю, в бой рвешься. Костя, Кать, доброе утро, как себя чувствует, как ваше здоровье? Все хорошо, Светочка? Себе в бугу накрасть забыла. Не, у меня косметичку украли. Решил с утра давление поднять им. Так, блю хороший, свежий аромат. Я люблю, да, там, это вот морской вообще, он свежайший. Чуешь, Катя, на меня кидаться начинает. Я тоже люблю на халяву побрызгать духами. Да все любят, да, только это. Хоть рожане не такие, они же, да, они же у нас святые. Это одним их гады. Доброе утро, куда вы включили? Не спится. Костя, ты куда вскочила? Не спится. Катя, куда вскочила? Я спала всю ночь. У нас света не было. Угу. Вот, давайте сегодня еще поздравлять. Сегодня у нас именинница Иринка. Иринка, поздравляем тебя с днем рождения. Желаем тебе счастья, здоровья, исполнения всех желаний. И фейерверк. Чу-чу-чу-чу-чу. Баба. Так, у Светланы внучек. Поздравляем с днем рождения. Желаем счастья, здоровья. Светлана, и вам того же, и побольше. С днем рождения. Чу-чу-чу-чу-чу. В общем, всех именинников в Телеграме. Там их много. Всех вас, ребятки, с днем рождения, счастья, здоровья. Пусть у вас всю жизнь будет хорошо. Любим, целуем, обнимаем. Всех кружили, поставили на место. Все. Привет, Костя, Катюш, хорошего вам денечка. Чуть поправилась с Катей. Наверное, мы не завешиваем, всегда поправилась, Катюша, дай бог. Не застряйте внимание, чтобы не сглазить. И так дофига тут это. Ага. Костя, как Ванька встанька, столько эмуляций надо сделать, прежде чем сесть чаю попить, малорик. Я сейчас кашу буду варить, ребятки. О, уже закипает. У нас каша рисовая. Каша на завтрак. Если рис найдем, то будет каша рисовая. Если найду рис, караул, Костя, куда же делать? Сейчас найдем. А ешь, ешь, лети. А что? Что, нет? Есть. Ура, нашел. Как нет, Кать? Только девочки уложили. А рис мыть надо? Нет. Надо. А чтобы рис помыть, надо вот такую волшебную штучку достать. Ага. Волшебную. Вчера хорошо, да, Владимир? Ездили. Владимир, съездили. Солнышко и дождик, все было, да? Ага. Красиво. Я счастливчик. На самокате Костя катался. Смотрите, какая штучка. Рис мыть. Сюда заливаешь, отсюда выливаешь. Раз, раз. Вообще бомба. Ага. На самокате-то клёво, понравилось? Да. Маленько понравилось, потому что было холодно. И там асфальт в парке весь такой, это. Старый. Трясется, щеки трясутся и пузо. Думаешь, это поэтому трясется? Не очень интересно, только это. Да. Или потому что щеки и пузо? Нет, асфальт плохой. Для таких вещей должен быть новенький. А где его новенький-то? Не, ну можно, ну там велодорожка, она узенькая специально. Mm-hmm. Самокат, вело. Ну хотя бы ее делайте это хорошую, раз в крест не хотите. А я счастлив тебе. Так, ребятки, сейчас мы кашу заварим.
с маслом сливочным? С лишним сливочным обязательно. Каша без масла — это не каша. Угу. Ай, ясчила сливчик. Малышу варим заодно сразу. Все у нас тут кипит, варится, шевелится. Порядок Катя уже навела с утра. Кстати, убралась. Молодец. Молодец, да? Да, да. Давай, давай, иди отсюда. Пришла тут, ага, звали тебя. Так, Костя какой-нибудь, привет, приветики. Подкачалась. Вадим, приветики. Костя, а в этом году первый раз на море ездила. Вот как раз велась, так на море получилось ездить свои 42 года. Точно, Света, кто-то был обуза в вашей семье. Доброе утро, Костя, Катюш, хорошего вам денечка. Юлька Банда, привет, приветики. Так, доброе утро, Грибочки, привет вам из Белгорода. Катюша очаровашечка с утра уже в салоне красоты, помадку, духи. У Кости с утра пропилен в одном месте. Пропеллер. Вчера меня заставила бриться в этом, в глобусе во Владимире. Это Крау здесь уговаривал, никак. Владимир приехал, я говорю, Кость, мы сейчас будем с Наташей встречаться. Тебе не стыдно? В общем, заставила. В магазине побриться. Красиво я вообще теперь. Так, привет, Костя, проверила ваш лайфхак с арбузом, действительно работает, честно сказать, я была в шоке. А, вверх ногами? Да, сам был в шоке когда-то. Приветики, уже роднульки, хорошего дня. Спасибо, Танюшечка. Привет с Приморья, Катя. Так, здоровья. Дай бог, спасибо, ребят. Привет, Салтай. Привет, Костя, ну смех так поднимайте настроение, молодечки. Ага, я маленький, да, кшиш. Привет, Пермская, Катюша, здоровый, крепко. Ага, доброе утро, вы на море когда едете? Мы 29 августа едем, ребят. Доброе утро, начала вас смотреть недавно, вы мне так нравитесь, а где вы живете? Я сама из Юли, в Польску. Ой, землячка Золотушечка, а мы с Гусь Хрустального района, Улятинские. Ага, раньше жили в Владимире. Ну, Катя Владимировна у меня городская, на Тыщенке жила, да, всю жизнь там. Привет, привет. Костя, почему приказы не отдаете Константину? Катя, почему приказы? Все уже сделано, золотой мой, а? Духи с утра уже тут шуршали. Все, порядок, ты что? Смотри, тут шик и блеск, все. Все кипит и варится. Ну, честно сказать, я лежала, помалкивала. Я слышу кастрюля, я думаю, блин, сказать что ли, чтоб малышу поставил вариться. Думаю, не буду говорить. Стало уже все вариться малышу. Молодец. Угу. Просто кастрюлись под суп, там маленький суп остался, не хотелось вот его. Я люблю. Не хотелось ее вот мыть. Аллилуйя. Спасибочки, Ваха. Наконец-то, Катюхи. Кость такой молодец. Все с днем рождения поздравляют. Это так приятно. Да, вот не забыть бы кого. Вчера кто-то у нас... Я вчера забыл. Не то, что забыл. Вчера и света не было, и телефон вечером разрядился. И в эфир не выходили. Настеньку. Настя, вчера у тебя был день рождения. Хотим, спешим тебя поздравить, золотушечка наш. Пожелать тебе счастья, здоровья, исполнения всех желаний. И фейерверк. Чу-чу-чу-чу-чу. Бабах. Двойной. Чу-чу-чу-чу-чу. Так, племянниками ездили. Ездили, да. Подарки отвезли, все нормуль. Привет, Костя, Катя, привет, приветики. Тьфу-тьфу-тьфу, дай бог здоровья. Говорят, так не надо делать. Тьфу-тьфу-тьфу, ну, ага. А все делают. Да. Я тоже так все равно делаю. Она куда девается? Салют, мои дорогие, самая прекрасная Катюша. Привет, Лик, привет. Мясо в рису. С перцем сладким. Привет, приветики. Катюш, Костя, здрасте, здрасте. Таня, Татьяна, здрасте. Кашу маслом не испортишь. 100%. Доброе утро, Костя, Катя, доброе. Крючоки замочились. Блин, чуть собачья не помешала ложка из-под каши. Аккуратненько. Так, надо чутка посолить. Не чутка, а как следует. И газ убавляем. Рисовую кашу у нас раньше всегда в детстве, вот маленький я был. Всегда мама варила ее. Поставит, она варится, это пеночка, блин. А я уже с утра сижу за столом в 6 утра, вот, жду. Откуда? Павлодара, мои золотушки. Привет, приветики. Я Ким Валентина, здравствуйте. Покажи пакет, Костя. Какой пакет? Вот пакет с сахаром. Ага. Не спешите, золотушечки. Распаковочка это на десерт. Всем приветики.
вчера встречались подписчицы с сыночком с ее, хорошие, какие ребята, приятные, молодцы. Посидели мы в кафешку, за кафешку огромное спасибо. Угу. Наташа красотуля, Саня вообще так круто. Кайфовый. Да? Хорошие люди с нами встречаются, прям мы уже как будто бы это, друзья прям, ага. Привет, привет, дорогие, привет. А что за лайфхак с арбузом, скажите нам, пожалуйста. Арбуз, когда разрезаешь пополам, его хранить надо не кверху срезом, а к низу срезом. Он в поры в себя впитывает вот эти все дела и не текет в холодильнике. Ну, и все равно я ложу пакетик и арбуз на пакет, и воды не будет. А что за привет, приветики, приветики. Так, перевернуть его на тарелку, чтобы сок не утекал. Угу. Не ко всем племянникам заехали. Этот больно далеко, москаль-то. Я без подарка остался. Приезжай, у тебя скаи шкафчики, Людмила тебе привезла, ну, вкусный. Людмила привезла, угу. Вкусный. Да, воображал там еще, мне не надо. Ага. Посмотрим, потом я прослежу с тобой. Такая. Я с тобой не надо буду. А? Христа. Ты будешь с ним выпивать? Я с ним не надо будет. А, привет, доброе утро всем. Иринка 2580, привет, золотушечка, красотулечка. Ждем очень встречи с вами, скучаем уже, волноваемся. Любим вас, спасу нет. Так, привет, доброе утречко, любимки, у вас делишки. Привет, Ленка, банда. Ленка, Юлька тебя сегодня обогнала по приветику. Ага, где ты была? Заработала вчера, наверное. Привет, доброе утро, Костя, Катя, еду с работы и смотрю вас с утра, позитивчики, эмоции. Спасибо, Наташечка, спасибо, золотая. Привет, Катя, на лицо поправилась, хорошая. Спасибо. Жирненькая, я за пузо щёпаю, теперь жирненькая. Привет, Кисенгельская, Катя, прям так помолодела, молодец, люблю вашу пару. Ага, в салон красоты надо вот сейчас сводить. Ага. Сейчас, может, это, брови, губки накачать, что не знаю. Да, конечно. Катя, шучу. Доброе утро, Гибочный Пол, молодец. Спасибо, ребят, доброе утро, неужели и правда такие мужья есть, добра и здоровья, милые люди. Спасибо. Это я просто образ жизни такой выбрал, наверное. Катеньку, да? Ну, да. А так бы убежала сейчас где-нибудь на работе, грязный там, да? Сидел бы. Костя, Катя, новый транспорт в начале... Костя, Катя... Костя, у Кати новый транспорт в начале говорил. Нет, пока ребят, нет. Я вам новый транспорт покажу. И он его уже куплен, он друг за ним сегодня ездил. Да, друг Владимир живет, ездил в Иваново ночью за коляской. Все же купили, забрали, привезут в пятницу. Ну, покажем мы вам ее перед морем. Ага, когда все будет готово, так что не спешите. Точно-точно такая же коляска, только новая. Так, обжай гладиолусы, они такие красивые, ага. Кто, а у меня Олечка, гладиолус. Да? А? Оля? Чего, Оля? Да. Олечка. Спасибо. И Женечка. Не надо, конечно. Так, привет, привет. Приятно вас смотреть. Ага. Мацыш получается за животик. Вадим маньяк какой-то. Честь парень такой. Так, вы когда на море? В конце августа. В конце августа. Настя, ты что, еще не наотдыхалась? Тебе не надоело там каждый день уже на море? Доброе утро. Такие бодрые с утра. Привет. Погода хорошая. Скажите на день встречи. Обязательно. Ага. Ничего, Иринка, мы найдем еще где спрятаться. Вчера мы это гуляли, ну все равно погуляли. И дождичек маленько лил, мы там в кафешке спрятались на улице, под козырьком постояли, мороженое ели и так замерзли. Главное, зашли в кафе, это, в парк-то солнце, да? Да, так хорошо. Ага, ну потом в кафешке час, наверное, посидели. Там так круто, рулицы эти, вот эти стеклянные веранды. Но она такая дорогая, это кафешка, караул. Ага. Привет, приветки. Молодцы, я сегодня для отпуска. У меня не отпускает, буду сейчас работать, а потом чемоданы собирать. Mm-hmm. Давай, Леночка, давай, завтра уезжаем. Хорошей дороги. Mm-hmm. Да, фотки нам там шли красивые с моря. Поздравляю, хорошего отдыха и счастливого пути. Спасибо, спасибо. Салам алейкум. Салам, салам, ребята. Приветики, отличного вам отдыха. Гладиолусы у меня все время почему-то ассоциировались с 1 сентября. Мне так нравилось, там школьники раньше шли с букетами 1 сентября, вот гладиолусы. Они мне так нравились, мне все время казалось, они какие красивые. А 1 сентября обязательно купить гладиолусы. Раньше так, а сейчас видишь, ведь рано. Вон вообще. Вот сколько у Кати-то.
красота. Угу. Добрый день, Костя, Катюшу. Катюш, только щечки наросли, ну чуть ниже грудки уже. Ого-го. Ого-го. Привет, приветики, спасибочки. Так, что у нас тут каша? Раньше, ну, когда не болела, живот только появляется маленький, я давай качать. Все время, даже когда уже заболела, все равно у меня еще получалось. Я руками за кровать держалась, а ноги поднимала, еще ноги маленько. Ну, а как ходила. Ты раньше ходила-то? Вчера ты рассказывал. Как? А вот так я ходила, но меня ругали все время. Говорит, надоело это, голову задерет и пошла. Пальцы тянет. Я говорю, ну это гимнастика. Потому что так надо было выходить все время. Я, может, и оттуда улыбаюсь, все. Геннадий, когда выходишь, надо пальцы тянуть, плечи прямо, я все время так. Нет, ты надоел, говорит, хоть пальцы тянет. А мы когда это на кухне сидим, и это, ну, что-нибудь готовим, ужин туда-сюда, а кушаем всегда там, телевизор смотрим, Катя делаю столик, и это, она говорит, едем в кинотеатр. Я ее разворачиваю, она это, сидит в кресле. Вот так вот едет, блин. Что ты, колбаса головая. Да, это если мы обедаем или ужинаем в кинотеатре. Привет, Костя и Катя. Сегодня ложусь на химиотерапию. У меня от вашего просмотра даже боли проходит. Дай бог, Оленька. Пускай будет ремиссия и победа. Желаем тебе, дай бог. Так, дожди льют и льют. Сегодня пока до работы даже промок весь. Да. Приезжай, Вадик, на выходные хоть маленько. Попаримся в баньке. Чего. Не с кем париться даже мне ходить. Во. Угу. Родни до хрена, а поесть негде. А попариться не с кем. Костя поправился немного вроде. Ой, Катя, господи, думал про меня уже, я схуднул. Как у вас большая работа следить за Катей. Что это за чушь, он там звонит. Не знаю, кто звонит. У нас пока нет дождя. Кость, доброе утро, рада вас видеть. Хорошее настроение вам и всех благ в вашей семье. Спасибо, спасибочки, Жанна, спасибо. Кость, когда звонит, попробуй на громкость нажать, чтобы мелодия перестала играть. А, ладно. Блин, а когда принимай, потом звук пропадает вообще в эфире. А вдруг опять тоже пропадет. Ну, послушайте, там песня. Сотни страны. Ну, да, с, да, да, наша молодость. Катя, пластинки такие были. Такой не было. Не было? А, Костя мелодию поменял на телефоне, хорошая песня. Да какой Костя, я не умею. Наташа меня вчера меняла, пока в дороге ехали. Так, бросаешь меня. Да, Юлька, Ленка от вас сматывается. Похорошела, дай бог, приветики. Юлечки, Леночки, Людмилочки, приветики, добрый день. Какие вы классные. Привет, с тобой на связи 24 на 7. Так, будем вот так челкаться. Споры, приветик. Опять Вадим. Вадим, молодец. Так, ну что, ребят, давайте показывать распаковочек от наших друзей и подписчиков с Германии. Наташа. И Саша. Опа, вот такой огромный пакет. Было в двух, но мы уже все проглядели, в один сложили. Так, это Катя. Ну, сразу все поймут, кто Катя знает, что это Катя, несомненно. Ой, скотч прилип. Смотри, как название. Блин. Может, перезайти эфир, ребята? Давайте перезайду. Может, что важное там? Как думаешь? А? Так, мы сейчас перезайдем.